Салам всем. Есть такой хороший человек, Михаил Тевасян, которого знаю по каналу Соби Ньюс. Есть на YouTube такой хороший канал, достаточно популярный канал Соби Ньюс. Там автором, соавтором является Михаил Тевасян и другой хороший человек, которые приглашают интересных людей, интересных личностей, обсуждают широкий спектр вопросов, очень интересные дискуссии. Есть такие видео, которых смотрел повторно по несколько раз, уже несколько месяцев подписан на тот канал, советую и другим. Посмотрите, если будет по душе, подпишитесь на этот канал, смотрите видео, разузнаете много всего интересного. По крайней мере, мне очень интересно смотреть видео канала Соби Ньюс. Когда смотрел какое-то видео сегодня на рекомендациях YouTube, был название вот этого видео «Основы национальной политики эпохи путинизма Тулуз и Кляйвиц». Так как тема была интересная, во-вторых, имя и фамилия господина Тевасяна мне была уже знакома, сразу нажал на ссылку и начал смотреть видео. Тут и экскурс на времена нацистской Германии и параллели между Тулузом и Кляйвицом, то, что произошло в 1939 году и сейчас. И господин Тевасян достаточно объективно рассматривает вот этот вопрос. Что произошло в Тулузе? Тулуз – это район Азербайджанской республики на границе с Арменией. В общем, смотрите видео, очень интересное видео. Спасибо Михаилу за вот это видео. К моему сожалению, видео смотрели всего около 500 человек. Спасибо ему за то, что позволил, разрешил использовать его видео при создании вот этого видео, которое вы смотрите. Михаил дал согласие. В общем, знаю, что будете удивлены те, кто подписаны на канал, на мой канал, те, кто смотрят видео без подписки. Знаю, понимаю, но Михаил достаточно объективно рассматривает вопрос, несмотря на то, что он является этническим армянином. В общем, смотрите, у кого не будет времени или терпения смотреть до конца, посмотрите с 23 минуты. Но, опять-таки, подчеркиваю, было бы лучше, если смотрели бы сначала до конца, так как человек достаточно хорошо, достаточно внятно излагает свою точку зрения. Михаил, вам еще раз большое спасибо, и вам, и всем другим удачи, всем всего хорошего.